Я тебе, конечно, верю. Но какие могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет. А вот на сегодняшний день ситуация с Телеграмом поворачивается таким образом, что может и не оказаться никаких секретов между людьми. Всегда найдется какой-то человечек, который поинтересуется, а о чем вы там. Так вы все-таки за летную погоду для самолетов или против? Ну, вообще, я думаю, Телеграм молодцы. Отстаивают свою точку, свою позицию, правильно делают. Надо понятно. Ограничить доступ детям в социальные сети. Вот. А почему? Почему? Ну, потому что у меня двое детей, и как бы меня не сильно устраивает, что это все в свободном доступе. Дуров, Жаров, кто победит? Дуров, конечно. Обход IP-адресов помогает Телеграму работать. Ну, у меня с воскресенья не работает, но он бывает обновляется иногда. То есть, как бы сообщения идут, но я написать ничего не могу. Либо постоянное соединение, либо обновление. ВК продал мейл, Телеграм отдаст кому-нибудь, денег еще заработает. Создаст что-нибудь новое. Ну, если вообще теоретически, то я, конечно, за Дурова. Он предприниматель и делает свое. Вот, государство в лице Жарова, оно, так сказать, ну, не то чтобы препятствует, но не закрыть явно. То есть какие-то может ограничить, но не закрыть. Дуров или Жаров? Дружба победит. А? Дружба победит. Дружба, да. За Телеграм и за контакт, социальные сети, за общение, чтобы люди хоть конечно. Общались хоть как. Если они уж решили блокировать, то хотя бы инфраструктуру для этого нормально сделали, прежде чем блокировать, потому что попали те под угрозу, да, так сказать, под удар, которые компании, которые, собственно, не участвовали во всем этом. Поэтому считаю это несколько неправильно со стороны. А вообще перспектива какая, вы думаете, кто победит, Дуров, Жаров? Мне кажется, ничем со стороны РКН, ничем нормальным это не закончится. Нужно заниматься чем-то действительно важным правительству, а не тем, что они пытаются запрещать соцсети. Тем более блокировку можно обойти многими способами. Ну и, наверное, надо быть свободным и упрямым, чтобы порой от жизни получать радости скупые телеграмма.